мы что-то тут такое увидели. Это Дубай? Для Дубая, по-моему, это диковинка. Это Дубай. Но я говорил, что Украину любят даже в Дубае. Показывай. Так. This is brand? Yeah, the brand is Clan P. Clan P. Так это маечка бы 5 штук баксов стоит. Ну да. А что ты думал? Да ладно, смотри, какая разница, сколько она стоит. Сам факт. Да, оно, видео. Слава Украине. Слава Украине. Подожди ближе. Слава Украине. Слава Украине. Вот так вот. Друзья. Вот вам, вот так вот. Вам Минстец. Да. А вот это пропаганда. Вот это Минстец, да. Вот это, да. Вот это пропаганда, да. Да, окей, ну. Thank you. Вот девчонки машут, покажи. Все, спасибо. Thank you. И попрошу заметить, ни одного двуглавого орла. Блин, меня порвало. Скажите мне, пожалуйста, за что такие деньги получает Минстец? За что получает кум? Вот кто должен прославлять Украину. Кум получает за что такие деньги, а? Кум, куда ты лямы деваешь? Вот кто. Вот поручите это дело вот этому человеку. Поручите это дело вот этому человеку, и он вам сделает рекламу на весь мир. И не только Украины, но и Дубая, чего хочешь. Ну, Дубая в рекламе не нуждается, здесь уже все понятно. Ну, Украина, как ты видишь, тоже, это же бренд. Ага. Так. Вот так. Что-то я уже уходить перехотел. Ага. Может, ты еще и уезжать не хочешь? А знаешь почему? Уже начинает нас боженька климатизирует. Она нас готовит уже. Так ты его заметил. Я пошел даже и не обратил внимания. Причем этим боковым зрением. Догнали, за 5 километров бежали. Бренд Украина, это же надо такое. Бренд Украина, офигеть. Чистая.